Привет, Света. Ты офигительно в работе, в общении. Ты даешь столько энергии, столько, я не люблю это слово, там, харизма, нет. Вот энергия, и ты открыта. Я чувствую твое тепло, твое хорошее настроение. Оно передается мне и, надеюсь, и зрителям, и телезрителям, что это очень, очень важно. Поверь мне, я немножко поработал на телевидении, так, чуть-чуть. И понял одно, что если зритель видит в тебя друга, то это классно. А у тебя все это есть.